привет! Вы на канале Савельчик. И я решил пройти Майнкрафт. Не просто победить дракона, а выполнить все достижения, которые только существуют. У меня почему-то опять я не прогрузился, а сейчас уже Алекс. Да, это был Стива. Я вот только что создал новый мир. Это вот первая моя игра на версии 1.17.1. Специально для этого скачал, чтобы на самую новую версию играть. Обычно на 1.16.5 играю. Ну, как бы начало выживания, надо добыть дерево. Планирую в этом видео. У меня пока еще немного виснет, потому что только мир создал. Там все прогружается. Планирую в этом видео уже построить себе первый дом. А еще у меня не открывалась геометрия Dash, поэтому я как бы удалил, заново установил, так вчера было. Поэтому все, что я там проходил, у меня потерялось. Поэтому... Почему у меня блоки не сразу? Поэтому... я там хотел показать уровень, который я сделал. Но не могу. 5 дерева. Так, делаем из них доски. Из досок верстак. Так. Сейчас найду место, где будет дом. Хотя раз не. Может, не сделал дом. Сейчас немного отвисит. Этот мир создал за минут, наверное, до начала съемки. Надо все вообще прогружается где-нибудь. Прямо здесь сделал дом. Так, ставлю верстак. Палки. Кстати, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, потому что у меня около 80% смотрят меня без подписки. Поэтому, если ты не хочешь быть в этом противном числе без подписки, нажимай на красную кнопку, которая находится под этим видео. Вот я где-нибудь немного в стороне сделаю шахту, чтобы можно было построить дом. И добуду себе камень. Так, сейчас где-то тут должен быть вот камень. Так, и... О, там сейчас уже и начну делать. Так, каменный век. Уже самое первое достижение. Это вроде на Элвик, смотрите. Да. Так, Майнкрафт, главная история игры. Каменный век. И следующая обновка. Надо сделать каменную кирку. Так, 3 камня у меня как раз для этого есть. Это вот самый первый пока мои достижения. Но хочу абсолютно все выполнить. Абсолютно. Хотя, наверное, будет уже выходить к этому времени новой версии. Обновка. Следующая. Тут надо железо. Я думаю, что пока это все буду выполнять, уже будут выходить новые версии Майнкрафта, добавляться новые достижения. Вообще, очень хочу увидеть аксессуары, которые добавили в этой версии. Еще я это жду, когда уже выпустят версию 1.18, чтобы на ней начать играть. Где железо? Где железо? Где железо? Получить достижение. Так, здесь так темно. Здесь он очень хорошо будет. Выберу, слушай, наружу. Так, снимушка. И пробую здесь пещеру поискать. Потому что обычно, когда сами пещеры появляются, у них сразу снаружи железо. Только вроде на 1.17 там генерацию изменили у них. Там что-то с пещерами. Но это пещерное обновление. Первая часть, кто не знает. И 1.18 это уже вторая часть, которая вот совсем скоро выпустят. Должны выпустить. Так это какой лес? Это из больших деревьев. Не помню, как это называется. Здесь нету никаких пещер, где могло быть железо.
Я пока найду железо. Для вас пройдет очень мало времени, а для меня очень много. Не забывайте подписываться на Инстаграм, ТикТок, все по группе в Телеграме. Я пошел искать железо в этой пещере. Нашел уголь. Почему не добывается? Сейчас в 1.17 он так по-другому выглядит. Отлично. Я могу попробовать перерисовать его, чтобы он стал как в старой версии. Но сначала 1.17, ладно, продолжаю искать железо. Я нашел железо, но в соседней шахте было. Так. Его надо переплавить, я получу следующее достижение. Тут еще очень много угля, я вам сейчас добуду, чтобы можно было переплавить. У меня 20 булыжника, а этого на печку должно хватить. Так. Здесь никого не будет. Из плохих. Там скелет кнычек или криперы. Это не хардкор, поэтому я есть. Могу сколько угодно умирать. Только не хочу. Новато здесь. О, еще одно железо, как не заметил. Так, железо, сейчас пойду переплавлять. Это вот. Вот здесь находится шахта. Ломай и аккуратно. Вот, вот в этой шахте. Вот, вот эта штука. Ладно, возвращаюсь домой. Я добежал до моего дома. Пока что вот это мой дом. Так, делаю печку. Криво как-то. Печечка. Ставлю ее какой-нибудь вот сюда рядом. Вот сюда. И сюда кладу железо с углем. И жду, пока оно переплавится. У меня же голод начинается. Поэтому мне надо что-нибудь придумать. Сейчас бы какую-нибудь деревню найти. Но ее вроде здесь вокруг нет. Вот так. Так, сейчас себе сделаю побольше прорисовку. 10. Надеюсь, у меня сейчас не сильно будет виснуть. Сейчас погрузится. Все, вроде нормально. Нет еще. Все нормально. Там есть что-нибудь? Прогружайся. Не прогружается. Железо. Переплавилось. Достижение куй железа. Так, сейчас сразу сделаю железную кирку. И получу еще одно достижение. Да, кирка без дела не живет, не ржавеет. Так, что мне еще по достижениям? Так, алмазы. Зачаровать предмет надо. Алмазная броня. В общем, ничего необычного. Еще справится. Мне нужна еда. Но я пока сейчас нарублю дерево и сделаю себе какой-нибудь дом. А то уже начинает темнеть. Где солнце? Где солнце? Вот оно уже. Спускается. Сейчас быстренько нарублю дерево. Я добыл уже одно дерево, полностью сломал. Это 41 бревно. И сколько досок? Ух ты! 64, 428, 36, 164 доски. В общем, очень много. Я верю, что это на какой-нибудь первоначальный дом точно хватит. Будем здесь начинаться. Так, три блока. Ломаю сейчас аккуратненько. Так, потом подниму. Так, быстренько построю. Это будет пока обычная коробка.
для вас все будет вспомнено. Построил здесь какую-нибудь коробку. Все остальное здесь хорошо видно. Запись. Так, сейчас сделаю быстренько факела, чтобы здесь было светло. И на улице уже совсем не стемнело. Палки, уголь и 16 факелов. Так, для начала надо осветить снаружи. Вот так вот. Чтобы можно было издалека увидеть. И внутри. Еще важно по углам, чтобы никто здесь не появился. А то появится какой-нибудь крипер и взорвется. Так, снаружи со всех сторон надо осветить. Если что, у меня сложность легкая, так как я первый раз вообще прохожу Майнкрафт. У меня появился где-то в начале осени вроде. Я ни разу еще не прошел Майнкрафт. Даже просто дракон не побежал. А тут прямо со всеми достижениями. Так, сейчас уберусь от работы, он тут мешается. Почему не убился? Так, пока подпишитесь и сильно. И нажмите на колокольчик, если не хотите пропустить вторую серию. Она будет, как только здесь 5 лайков наберется. Ну, как обычно. 5 лайков и новое видео на такую же тему. Где все зомби? А скелеты? Ой. Главное не смотреть. Сразу два. И сколько? Да, два. Главное не смотреть в глаза. Аккуратно. Там зомби, там три паук. И два эндермена. Просто бегу. Сейчас так испугался. Так. Я случайно посмотрел. На. Да. Как это так делать? Ну так быстро... сытость закончится. У меня еды нет. У меня так боже сломался. Буду досками бить. Потому что топора у меня больше нет. Я все ну. Они воды боятся, точно. Я вот это просто воду сталкиваю. Ладно, я пока тут с ними немного подерусь. Давай все спорно. Чтобы было интереснее смотреть. Я только что одного вроде победил, потому что получил достижение охотник на монстров. Вот тут еще один остался. Я их просто постоянно в воду сталкиваю. И это помогает немного. Хоть они сразу телепортируются, но... Так как они не любят воду, так как от этого умирают, кто не знал, то это очень удобно, что здесь прямо передо мной. Я не знаю, как я посмотрел, потому что я вроде в сторону смотрел. Все, второго победил. Зомби, аккуратненько, свинка, не толкай меня. Мне поправился эндержемчуг, только один почему-то. Надо сделать сундук, чтобы складывать туда все вещи. Так, как бы дом я сделал. Ну, то есть на сегодня цель выполнил. На... не туда. Но я пока серию еще не заканчиваю. Потому что... я заберу. Потому что... тут еще... вот... достижение, что выполнить, где она, вот дресс-код, найти железо и сделать себе железные ботинки или железную каску, поэтому я пошел искать железо. Я не помню, где была здесь шахта, но я куда-то вышел, здесь два скелета, зомби. В общем, плохо, я решил за железом идти. Зомби с железным или с каким-то мечом. Зря я пошел за железом. Но все-таки придется серию заканчивать. Ничего за мной нет. Железный все-таки меч. Так. Там еще один эндержемчуг лежит.
тут зомби, зомби. И тут. Ой. Он может сюда зайти. Ладно, тогда на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пять лайков, новая серия. Зомби тут пропал. Пока.